Анастасии Кальченко делаем сами своими руками. И так как скоро у нас Пасха, я решила сделать поделку из оригами модулей «Цыпленок в скорлупе». Здесь у меня 381 модуль. Вообще они все должны быть желтыми, полностью желтыми, потому что это цыпленок все-таки, он желтенький. Но так как у нас такая сейчас ситуация, везде сейчас такая ситуация, жесткий карантин, и мне не хватило немножко желтой бумаги на желтые модули, я ее заменила некоторые модули желтые на оранжевый с красным и белый. Начну я с белого, будет цыпленок начинаться с белых модулей, там два ряда буквально будет белых, и буду вставлять кое-где оранжевый и красный цвет. Но когда закончится, дай бог поскорее эта вся ситуация, вы можете купить полностью 48 листов желтой бумаги, порезать ее на 8 частей, так как это модуль у меня, восьмая часть от листика А4, и сделать цыпленка полностью желтеньким. Значит, 381 желтый модуль. Итак, начнем. В каждом ряду будет у нас по 25 модулей. Все как обычно, длинной стороной. Два модуля, закрепляем еще модулем одним, и так далее. Можно делать сразу третий ряд, чтобы было проще потом смыкать поделку, она будет лучше держаться. Полностью цыпленок, все ряды у цыпленка будет по 25 модулей. Пошел в ход желтый цвет, так как вот цыпленок будет в скорлупе, этого белого цвета практически не будет видно. Скорлупа будет тоже из белых модулей, полностью из белых. Так, смыкаем поделочку наш круг, закрепляем модулями. Дальше все модули будут желтенькие, и кое-где буду вставлять вверху, где шея, буду вставлять оранжевый и красный цвет. Итак, здесь у меня три ряда по 25 модулей. И дальше у нас 4 по 9 включительно по 25 модулей. Надеваем. Итак, здесь у меня 8 рядов по 25 модулей. Дальше будет 9 ряд, тоже 25 модулей. Буду, наверное, делать, чередовать красный с оранжевым.
модуль. 9-й ряд. Итак, это 9-й ряд. 10-й ряд у нас должен быть длинной стороной вовнутрь поделки. Так как у меня остались еще цветные модули, я использую их. То есть короткой стороной наружу. Вот так вот, таким образом нам надо сделать. Тоже 25 модулей. Так, дальше в ход пойдут желтые. Итак, это 10-й ряд. Дальше пойдет 11-15 ряд. Это будет голова у нас. Это как бы туловище. Вот. Дальше пойдет голова. 11-15 ряд. Длинной стороной наружу. Короткой вовнутрь. Вот таким вот образом. Это 11-й ряд. По 25 модулей. 11-15 ряды по 25 модулей длинной стороной наружу. Итак, вот такой цыпленок получается. Значит, в голове у нас 5 рядов по 25 модулей. Я взяла потом чуть поменьше модуль, красненький. Это у нас 8-я часть, весь цыпленок. А это у нас... Я не знаю, какой у меня был модуль. 32-я часть от листика А4. Просто вставила. Можно проклеить всего цыпленка. Клеем промазать снизу. Нарисовала глазки ему. Вы можете выбрать любые глазки. В интернете там очень большой выбор, как нарисовать глазки. Приклеила я уже глазки. Крылышки, тоже 3 желтых модуля, просто вставила друг в друга и вставила в цыпленка. Так, значит, на цыпленка у меня ушло 381 желтый модуль. Это 48 листов. Модуль у меня 8-я часть от листика А4. Дальше будем делать скорлупку. Итак, начнем делать скорлупку. Белых модулей у меня на нее уйдет 395 штук. Тоже 8-я часть от листика А4. Первый, второй, третий ряд по 35 модулей. Длинным носиком на себя. Здесь 3 ряда по 35 модулей. Смыкаем поделку в круг.
И дальше четвертый, пятый, шестой и седьмой ряд тоже по 35 модулей. И ее потихоньку нужно будет выворачивать вот таким вот образом, вывернуть. До седьмого ряда тоже по 35 модулей. Так, тут 7 рядов по 35 модулей. Далее мы делаем вот что. Надеваем 4 модуля. Дальше тут же надеваем 3 модуля. Два. И один. Пропускаем здесь вот эти два краешка. Дальше надеваем опять 4 модуля. Три. Два. И один. И так далее по кругу. Пропускаем. Четыре, три, два, один. Итак, одна часть скорлупы готова. Вот такая вот получается скорлупка. Вторая часть, она поменьше. Значит так, первый, второй ряд. 10 модулей. По 10 модулей. Два ряда. Соединяем края. Третий ряд делаем следующим образом. Между модулями добавляем один модуль. И закрепляем. И так дальше по кругу добавляем. Закрепляем. Итак, четвертый ряд надеваем, как обычно, 20 модулей. Ничего не добавляем. И следующий ряд надеваем через модуль, вот один модуль, и его как бы не до конца, на половине немножко его вниз вот так вот опускаем. Пропускаем края. Надели
пропустили, надели и так далее. Итак, в эту большую скорлупку мы посадим цыпленка и сверху на головку ему наденем маленькую. Это все нужно закрепить, приклеить, и получится вот такой пасхальный цыпленок. Понравилось видео? Ставь лайк, пиши комментарии. Не болейте. Всем удачи! Пока!